Завтра проспект Ивана Яковлева от пересечения с проспектом 9-й Пятилетки до пересечения с улицей Ашмарина полностью перекроют. То есть даже движение общественного транспорта будет организовано в объезд. Это вынужденная мера. Выехали сюда с подрядной организацией, с субподрядной организацией. Необходимо переложить сети на 30 участках. Сети водоснабжения, сети водоотведения, ливневка, газоснабжение и другие моменты. Изначально планировали общественный транспорт оставить во время реконструкции дороги, но сейчас пришли к выводу, что этого сделать невозможно. Изменения коснутся маршрутов 7-го и 44-го автобусов, а также троллейбусов 2-го, 8-го и 9-го. Временно движение будет организовано по улицам Орлова, Эгерскому бульвару и другим объездным путям. В администрации планируют, что к Новому году подрядчик уже построит все 6 полос и уложит первый слой асфальта. А с субботы работы будут идти круглосуточно. За сентябрь дорожники планируют заменить все подземные коммуникации и в октябре приступить к асфальтированию. Реконструкцию от кольца 9-й Пятилетки до Канарского шоссе завершат в 2020 году. Напомню, ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это одна из самых масштабных дорожных реконструкций в городе. Сумма контракта – 680 миллионов рублей.